Природа закладывает в ребенка все начала. И для того, чтобы найти, развить личностное неповторимое, прежде всего нужна близость матери. Жараткан, Тенгирим, төгөрөктүн төрт бурчу, карган шералдын кебине кулактар болгула. Живут еще древние обычаи отцов. Эй, небо, земля, слушайте старого Шералы. Мой род умножился внуком. Явился Батыр, явился делить горе и радость, и нарекли мы его Нургазы. Дерево, посаженное в честь новорожденного, будет опорой ему, будет первым встречать его у отчего дома. И это ведется истори. Наше придирчивое отношение к старине и капризы изменчивой моды не изменили форму колыбели бещика, отлаженной тысячелетиями. Вы знаете колыбельную песню? Нет, не знаю. А почему? Не знаю. Не пробовали что-нибудь петь? Ну, просто напеваю то, что знаю. А такой колыбельный, что... Не знаю. Вы знаете какую-нибудь колыбельную песню? Нет, я не знаю. А почему? Ну, как-то не учили нас. А как вы укладываете ребенка спать? Так, просто укладываю, не пою. Не умею петь. Schlaf, mein Sohn, dein Vater wacht, wacht über deiner Wiege. In der heiligen letzten Schlacht trägt die Fahne zum Siege. Schlaf, mein liebes, goldenes Kind, schließe dein Äuglein zu. Скажите, пожалуйста, вы знаете колыбельную песню? Ну, колыбельную песню мы поем своей Леночке, смотрим передачу «Спокойной ночи, малыши». Вот такую песенку поем «Спят усталые игрушки». И все, да? И все, да. Вава покуке пива. Ай, 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 ай
Скажите, пожалуйста, вы знаете колыбельную песню какую-нибудь? Я не знаю. А как вы укладываете спать? Ну, я баюшки бою, так вот напеваю, и все, просто мелодию, и все. А так вот слова не знаю. Колыбельная. Это материнское чувство. Она может быть и песней, слова которой предназначены для единственного, и каждый раз рождаться заново. Колыбельная. Может быть и тихим вздохом, и слезой радости. И хотя время вносит свои мотивы колыбельной через радио, телевидение, колыбельную песню матери не заменит ничто. Прошло время, и моему наследнику идти своей тропой. Пусть ваше благословение крыльями вознесут его, и по старому обычаю отцов самый быстрый разрежет ему путы. Жизнь показывает, нельзя лишать малышей вот таких праздников, в которых заложен дух и обычаи предков. Ребенок большую часть времени находится у вас. Значит, и характер должен формироваться здесь. В определенной степени черты характера формируются в детском саду. Но ребенок здесь находится, в общем-то, в коллективе на общих основаниях. Все, что получают все дети, то получает, собственно, каждый. А чисто индивидуальные черты характера могут привиться у ребенка только в семье. Семья играет первостепенное значение для ребенка. И то, что даст общение с мамой и с папой, не заменит никогда самый лучший детский сад. Потому что только теплые слова мамы, только ласковый такой поцелуй ребенку, вот, может быть, где-то и прощение какой-то шалости. Все это может ребенок обрести в общении с мамой. Самое сокровенное ребенок может доверить, конечно, только маме или папе. Каждый ребенок, самый маленький даже, хочет быть всегда похожим на папу или на маму. И садики, и красивые игрушки, и модные костюмчики нужны. Конечно же. Но не менее важным заботы о душевности, о привитии любви к ближнему, традициям, истории. А может, уже не нужны ни бещики, ни колыбели? Ведь время и образ жизни накладывает свой, новый отпечаток на воспитание. Thank you.
Лидия Степановна, скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете? Я в доме ребенка работаю 35 лет уже. А вот за 35 лет какие случаи поступления детей бывают? Ну, поступления детей за все эти годы, конечно, были разные. Во-первых, те далекие годы дети поступали от матерей, которые оставались сироты. Потом плохие материальные условия уже совсем. Ну и еще поступали вот по несчастному случаю, там в заключение попадали. А за последнее время вообще их бросают детей. Ну, и бросают где только можно. Привозят милиция, привозят на территории дома ребенка бросают, в роддоме бросают. Если сотрудники роддома стараются схватить мать, так они отказ пишут. А в основном убегают, даже и отказа не пишут. Ну вот на территории дома ребенка был такой случай. Бросили ребенка. И если бы только не сотрудники дома ребенка, то ребенок, конечно, погиб бы. Когда подняли, он весь в муравьях был. Ни лица, ничего не было видно. Возможно, имея все, они не будут иметь своей песни, своего дерева. Не смогут с глазу на глаз общаться с единственной в мире. Не увидят материнских слез радости от первого зубика, первого шага, первого слова. Не выбросить бы вместе с Бейшиком и колыбельную, а с нею незримую, священную связь между матерью и детем, о чем принято говорить, это от земли.